Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Kawasaki Vulcan 1500. Аукциону номер 0176. Последние цифры номер рамы 1658. Проверим сразу оптику. Замечательно. Итак, теперь пройдемся по внешке. Стоят уже мененные поворотники. У родных были рассохшиеся крепления все. Ну, это болячка у вулканов. Оптика, фара передняя целая. Хром довольно хорошее состояние. Есть небольшие, конечно, моменты, точечки. Руль, хром, все в хорошем состоянии. Рычаги, все целое. Один, второй рычаг. Пульты, все целое. Немного полез лак на пультах, ну, в принципе, ничего критичного, страшного в этом нет. Здесь хром также все в хорошем состоянии, переднее крыло целое абсолютно, не гнутое, небольшие недочеты есть. Покрышка, к сожалению, немного порепалась, спицы без окислов, хром на диске довольно хорошее состояние, есть небольшие моментики тоже по окислам, но они прям минимальны. Диск тормозной без ребордоса, колодок 60% в остатке, радиатор все целенькое, защита вся целенькая, сеточка, бак без вмятин, есть небольшие такие скольчики по баку, здесь точечка, здесь небольшая, вот, видно, нестандартные бронепровода уже установлены, хром по двигателю на крышках, здесь все в хорошем состоянии, тюнинговая выхлопная система, подножки все целое у нас. Крышечка, сидушка не перетянута, без недочетов, все замечательно. Амортизатор, шток не ржавый, все хорошо. Тормозной диск также без реборда. Колодок тоже примерно 60-50% в остатке. Спицы без окислов задние, задняя покрышка. В принципе, еще остаток довольно-таки хороший. Задние поворотники все целое, стоп-сигнал целый. Здесь видно, что крылышко подкрашивалось. Где-то, видать, притирали его снизу. Но незначительно также. С этой стороны амортизатор у нас шток также без окисла. Все замечательно. Подножки целые, сидушечка все целенькая. Редуктор сухой абсолютно у нас. Хром здесь в хорошей цене, здесь небольшие такие моментики, недочеты есть по хрому. Подножки, лапки, все целый, бак без вмятин, без нареканий. Пробег у мотоцикла 11880. Более подробную информацию по нему можете узнавать у наших менеджеров.